Мне топи круче всех. Я сегодня я покажу, как получить гены бесплатно. Но для этого сначала поставь лайк и подпишись. А мы начинаем. Заходим в магазин. Вот тут, кстати, новый скин вышел. Фокус жопы. Вот такая авата. Ну ладно, это мы пропустим, потому что это не понадобится вообще. Так, листаем, вот. Видите? Вот, ну тут написано «Вот кода». Нажимаем сюда. И теперь пишем. Там пишется вообще на русском. А, вот да, пишется. Вот, значит, пишем. Пупкин. Ко-ко-ко-ко-ко. На-на-на. Вы скажете, да, это бред какой-то. Что за пупкин? Ко-ко-ко-ко-ко. Ко-на-на-на. Вот. Видите, вводим этот код. И тут показывает, что неправильный код. Нажимаем 3000 раз на кнопку ввода. Все, ребят, давайте перезаходим. Вот сюда нажимаем. Так, где тут? Вот нажимаем, например, не знаю, язык какой-нибудь новый выберем. Нажимаем, например, вот этот. И все, сейчас перезаведется. Вот, мы перезаходим. Видите? Ой, тут что-то все поменялось. Вот, смотрите. Так, ребят, у меня что-то только что был баг, сори, ну ладно. Вот, видите, тут поменялся, кстати, фон. Тут теперь у нас открыт Бравл Пасс, ребят. Вот и теперь самое главное. Посмотрите, сколько генов. Охереть вообще, ребят. Сколько тут? Так где-то миллион. Так что вот, ребят, вы сможете накупить кучу всего. Вот. Ну и все, ребят. Всем пока. С вами был Русский пельмень. Этот лайфхак работает. Видите же, тут даже фон поменялся. Ну почему-то только теперь тут у меня 0 кубков. Кстати, минус. У вас изменится ник, и у вас станет намного меньше топ кубков. Может быть, но это не всегда срабатывает. Так что вот, ребят, всем пока. С вами был Русский пельмень. Всем пока. Все, пока.